уважаемый, к мужскому монастырю в Новый Иерусалим, Воскресенский мужской монастырь. Он был основан в 1656 году святейшим патриархом Никоном. Им были видимы стены его. Сам собор был построен по образцу Иерусалимского храма Воскресения Христова. Возле этого храма находится речка, которая называется Истра, в честь этого города, и наречена она Иорданом. Конечно, мы туда посетим его, искупаемся обязательно. Начинается. Идет стройка полным ходом. Красивая церковь. Храм, это не цель, храм. Полным ходом идет стройка. Шум. Тяжело снимать. Вот храм красивый, забор вдоль этого храма. Идем на службу. Вот такой поближе. Какие купола красивые. Нам заходим. Вот, как в Иерусалиме. Макет самого храма. Угу.
И здесь подойдем мы за святой водичкой. Водички. Спускаемся вниз. Смотри, какая здесь красота. По ступенькам. Сейчас пусть. Не нас поспать. На плиты. Ну ладно, давай, пусть ничего звонит. Колокольный звон. Все, кто слышит звон, загадывайте желание о здравии всех своих близких, вот, чтобы все были здоровы и всем удачи. Патриарх Никон был храмостроителем, он сам строит этот собор. Внешне он не похож, да, на храм Гроба Господня, а вот внутренние те святыни, которые мы с вами увидим, и вот нижний храм подземный Константина и Елены, мы с вами туда спустимся, вниз он уходит на 6 метров, спускается туда лестница, 33 ступени, число земной жизни Господа. Идем купаться в Иордань, да? Так да. Получается, в речке будем купаться сейчас. Вдоль стены красивого храма. Да, водичка от глаз. Искупались. Мы искупались вот в речке Иордании. Водичка хорошая такая, холодненькая, красота. Такая вот речка. Часовенка, наверное, какая-то. Вот здесь вот речка Иордан, где мы искупались, приняли, как говорят. Что мы приняли, Ксень? Ну, купание в Иордане, в речке. Красота, идем свежо, приятно, отлично. Идем к автобусу. К автобусу нашему мед дают. Что это за мед? А, наверное, при храме, который, наверное, говорят, что... И я хочу, ее мнение. Берлин, да? Да. Я не слышал ни одного шанса, кто бы сказал, Берлин это круто. Прямо вот реально. Где можно вот так отдохнуть? В Подмосковье, вот, да? Сидя вот, сидя возле храма, сидя на травке, пообедать. Храм рядышком. Да. Освященная женщина. Побыли в Иордане. Я выставлю в интернет. Говорите, говорите. Да, покупались. Да. Петровна, скажи что-нибудь. Ой, а что сказать? А что-нибудь? Хорошо, что мы выехали. Да. Хорошо, что люди собрались. Хорошо, что побыли под Москвой. Видели, посмотрели это новое Иерусалимский мужской монастырь. Представление будем иметь, что это такое. Нормально, хорошо. Хорошо мы. Хорошо, отлично. Хорошо мы искупались. Хорошие люди, хорошие водители. Да. Так очень что... хорошая экскурсия была. Да, очень. Познавательная, очень интересная экскурсия. Водитель вертанул мощно. Кто? Скоро получили дело. Нас ждет. Вот мы стоим на холодном. Берем автобус и уезжаем мы сегодня с храма. Все, пока.